Сегодня в Чебоксарах стартовал форум «Чувашия туристическая». На первой стратегической сессии обсуждали перспективы развития медицинского туризма. За оздоровлением и реабилитацией в республику приезжают десятки тысяч гостей. Стоит задача улучшить сервис. О приоритетах говорили члены правительства, депутаты Госдумы, профильные эксперты и врачи. Тему продолжит Дмитрий Ковалев. Чувашия – центр здоровья. Организаторы форума подчеркивают, что не случайно стратегической сессии дали такое название. В республике работают крупные медицинские центры и санаторные комплексы. Так, на протяжении многих лет чебоксарский филиал «Микрохирургия глаза» притягивает гостей со всей страны и из-за рубежа. Более тех самых высокотехнологичных методов лечения, более 80% они уже осуществляются в клиниках нашей республики. Это и профили по профилю травматология, неврология, кардиология, онкология, стоматология и так далее. Люди, приезжающие в республику, они не только, как говорится, приезжают получить лечение. Соответственно, параллельно и идет интеграция в те процессы с точки зрения, как говорится, и туристических маршрутов. Все, что связано со здоровьем, повторюсь, это сильная сторона России и сильная сторона Чувашии. И если переходить на цифры, например, по данным Министерства здравоохранения Российской Федерации, только в 2021 году в Российской Федерации получили услугу в виде оздоровления более 7 миллионов иностранных граждан. У региона большие перспективы. Для развития медицинской реабилитации республика получит 400 миллионов из федерального бюджета. На развитие медицинской реабилитации заложено в федеральном бюджете 100 миллиардов рублей. Это увеличение непосредственно финансирования фонда обязательного медицинского страхования. Это, конечно же, обеспечение доступности оказания медицинской помощи. Мы формируем образ высокотехнологичной страны в здравоохранении. Медицинский туризм – это мягкая сила дипломатии. Мы протягиваем руку помощи, медицинской помощи иностранным гражданам. Чтобы подняться на уровень выше, необходимы новые подходы. Найти кабинет врача в центральной городской больнице помогает удобная навигация. Для развития медицинской реабилитации принципы такой логистики должны быть масштабированы на всю республику. Как добраться до санатория, либо федерального центра, должно быть понятно каждому гостю. Федеральные эксперты говорят, что для развития медицинской реабилитации необходимо улучшать уровень сервиса, продумать тарифную политику, подготовить кадры. Необходимо обучать медицинский персонал английскому языку, возможно, китайскому языку, другим иностранным языкам. Необходимо совершенствовать реабилитацию до мирового уровня. Форум «Чувашия туристическая» будет длиться неделю в формате стратегических сессий. После обсуждения и дискуссий в профильном ведомстве хотят понять, на чем сфокусировать внимание. Мы уже соберем наработки каждого из мероприятия и сделаем такой summary, как называется, вывод общий уже по всем этим сессиям. Туристу будет здесь комфортно, туристу будет здесь интересно. По итогам форума планируют презентовать новые маршруты и календарь предстоящих событий для туристов. Дмитрий Ковалев, Николай Скворцов и Вадим Владимиров. Республика.